та женщина, которая приехала где-то с Франции или откуда. Иврит она не знает, кроме французского, и тут вступает в жизнь. Она как начала бегать вокруг нас. Оказывается, ты таки знаешь французский. Стараемся. Так, мы пьем за языки или нет? Я пора курить уже, Саня. Идешь курить? Я обслужила одну из наших учителей, Марию Моисееву. Которая смотрела на практику. Я ставила вещь в этом. Конечно, я даже не обучила. Вы самый сложный, да? У меня нога. Я 5 лет. Больше 5 не рекомендую. Максимум 8. Подай просто обещание, чтобы играть не так. Привыкнешь, пиздец тебе. С одной стороны, прибор, так, недорого стоит, 1030 гривен прибор. Но с другой стороны, сам... Я же не просто играл, я не могу, товарищ отправил. Ну, мерили давление на него, нужно задержать. Так это не ты передал, это твои дети передали. Я нашел. Я на тебе. Тебе что, Вера, не сказала, ты не передал. Ты забудешь, я тебе могу, ну хочешь, на что на штуку позволить, у тебя через день все будет. Ну, на один день. Вот такие дела, Саня. Хочешь, я тебе все концы сброшу. Можно попросить вас найти мою сигарету? Не-не. Все путево, я понял. И сейчас скоро все. Может быть. Проходи. Ну, у него была съемка, он не виноват. Привет, наконец-то. А что ж ты мне у всех уже целуешь руки? Вот именно. Здорово. Ты что ж, ты его качал? Давка сегодня тебе больше не надо. Маска с головы. Ну то же что? Не, без. Ну тут есть мой. А вот еще слушай, да, давай, Саня, стоп. Дай ему войти в себя, но он еще выпить несколько рюмок, тогда он придет в себя. Ты опережаешь события, куда еще не сел. Вот это твоя тарелка, вилка, нож, сальцо. Эти самые. Подожди, сейчас еще заказывать будем. А хумус хочешь скинуть? Ты не успеешь, потому что никто не клевает. Как раз подгонят туда. Публику ты все знаешь. Лену ты помнишь. Колотилова, помнишь этих ребят, ты не знаешь, это с Израиля. Я этого знаю. Пошика, жену. Акцентируйся на Лену, ты знаешь. Репортаж. А эти самые рыбки? А у рыжей его жену. Я не был обижен. А Алина, это жена Гены.
красим и лакей. Разве что Юшина ты не узнал. Он же все время вспоминает, как ты бежал с бутылкой водки через дорогу Крещатик и сбил полицейского. Четыре бутылки. И сбил милиционера. Они же были на Крещатике. Я буду там вообще там. Народа никогда жарко не смещали на западную зимой. Рассказывать что лучше всех Миша, но его придет. Вот это консальт. Thank you.